Хей, йоги, с вами Шумаки, мы продолжаем родить игру под названием Грешник. Я, короче, вышел уже с игры, да, это уже я заново снимаю уже запись, то есть я уже отдохнул, все такое. И я посмотрел, сколько мы с вами прошли. А прошли мы с вами довольно-таки немного. А если смотреть на наш прогресс именно на карте, то можно подумать обратно, что мы где-то уже прошли игры пол. Ну, может быть, немного побольше, да? Но нет, нифига, потому что на самом деле мы с вами прошли всего лишь 24% игры. И это довольно меня радует. То есть здесь еще довольно много контента, которого мы с вами не видели. Хорошо, что я могу сделать? А, как вы помните, мы получали с вами способность новую, это метание. Метание, в принципе, я могу использовать в двух местах уже. А, даже в одном уже, потому что одну мы с помощью лифта все сделали. Мне нужно как-то вот этот лифт, который здесь, так сказать, поднять вверх. Но для этого мне нужно изначально спуститься вниз. Да. Поэтому мы этим сейчас и займемся. Так, немного вспомнить кнопки. Вот единственное, что может жестко убить, это действительно этот огонь. Ладно, ну я чисто хилюсь, ну как, потому что что мне? Хилки есть. Вот мне бы желательно этот лифт не использовать, а спуститься своими силами. Я, наверное, так и поступлю, поэтому я приостановлю запись. Спущусь вниз вот сюда. И мы продолжим. Хотя, а зачем мне останавливать, если я могу сделать... Кровь. Поняли? Сердце безымянного... Чего? Сердце безымянного министерия. Министрели. Это сердцевина меча выкована под исполнением баланд на запретные стихи. Можно вставить в Мия культ, снижает время удержания блока, но облегчает выполнение праведного парирования. В смысле? То есть у меня еще будет меньше, да, блока? Пой мне, певец, и пускай песнь твоя облегчит боль мою. Эти слова были написаны на могильной камне. Здесь лежит тот, кто молится, распевая песни. Автора стихов, которые в один роковой день достигли не тех ушей и не тех сердец. И пусть мы больше не услышим голос его, и никто не назовет имени его, но пение его останется с нами навсегда. А я на самом деле хочу попробовать, и я попробую использовать данный... Нет, подожди. А, мне нужно было отсюда поверху пойти. Окей. Значит, мы сейчас с вами сбираемся. По пути я, наверное, как раз посмотрю, вставлю предметик наш новый. И посмотрим, насколько блок... Вот это вот блок улучшенный, видите? Если же брать... этот, то он вот наш обычный блок. Но если мы поставим этот, то здесь у нас какой будет блок? А давайте попробуем. Вот я хочу попробовать. Блин, только мне нужен противник, который будет в рукопашную драться. Как бы так мне... Ну или хотя бы... Хотя можно с этим еще походить. Давайте, ладно, с этим предметом пока похожу. Кладбище. Но здесь на самом деле нам ничего такого сложного нету. Нам всего лишь надо спуститься по фасту. А для этого мы можем просто спрыгнуть.
И все. То есть, бац, мы уже половину прошли. Ага. Мне лучше вернуться, да? Ну, давайте подождем его. Блин, ну видите, он очень сильно отбивает, поэтому... Вот здесь вот, вот это вот мне нужно. Мне сюда нужно будет все равно потом зайти наверх. Я все равно туда же пойду. Оп. Хоп. Отлично. Мы уже прошли довольно много. Я хочу контр-атаку посмотреть. Так, ладно. Здесь... Ох, ты ж ё-моё. Тихо. А, то есть они ломаются только при том, когда я уже прыгнул, да? Так, стоять. Здесь что у нас? А, здесь как раз сейф. Я восполнюсь и сохранюсь. Угу. Так, вот, все, я как раз в этом месте. Можно сгонять к бабульке? Блин, только мне не хватает немного, да? В смысле? Что за бред? В смысле? Алло. Так, это сложно тогда, слышите? Они мне предлагают, короче, использовать этот рычаг. Ну, типа, он достает его. Почему нет? Или вы хотите сказать, что я не могу доставать с помощью своей, так сказать, магии? Тогда у меня не так уж много вариантов. Да, именно этот я хотел вариант. Нет, мы сейчас вот что сделаем. Я его... Я, короче, зацеплюсь за уступ. Перепрыгну на другую сторону. И все. Сейчас покажу. А, да. А, даже так. Да. Так, а еще вариант, это могу ли я в прыжке кидать? Нет. В прыжке я не могу. Ну, блин, я тогда не понимаю. То есть я это сейчас достать не могу. Единственное, это опустить лифт, вернуться сюда, чтобы только сломать эту. Окей. Окей, я согласен. А я тогда остановлю запись, сделаю все это, и мы потом туда вернемся. Сюда. Этих, короче, челиков я уже ваншочу с двух ударов. Ладно, не ваншочу, убил из двух ударов. Как раз, слушайте, я вернулся к этому мужичку. И... Вы хотите отдать предмет золотой перса с горячим маслом? Да. Вы отдали золотой перса с горячим... Я чувствую, как кипящее масло входит в мою вымершие вены. Вмороженные вены. Я все еще могу ответить на зов. Нет ответа. Эй! Ты чё? И чё я с этого получаю? Походу ничего, да? Прекрасно. Просто великолепно. Подождите, может мне нужно... С
Слушать, а что если мне нужно было использовать эти бусинки на том светильнике, что было в здании? А? Давайте потом я этого побегу как раз там и найду его и воспользуюсь. Посмотрим. Опа! Короче, я только что, поняли? Сюда зашел и вернулся обратно. И смотрю. Тела-то нету, а шарик остался какой-то. Замороженная оливка. А летний плод, запертый в бесконечность, бесконечной зиме, рожденный от оливы, обернувшись тюрьмой, его замороженное масло усиливает защиту обладателя, когда он почти лишается сил. Ага. Ага. То есть... Блин, не знаю. Ладно. Пускай. Полетели. Короче, меня только что обычный этот не убил. С плеткой. Он меня сейчас начал, короче, наваливать. Я из-за этого чуть не сдох. Видите ли, он слишком сильный для меня. И мне все равно вопрос остается в том... Куда мне идти дальше? Потому что еще внизу у нас есть проход, но он закрыт. Короче, умудрился, я пробежал. А, скорее всего, я еще вернусь вот сюда, потому что здесь есть проход. И, скорее всего, мне туда как-то нужно попасть. Также нужно будет вернуться в церковь. Да, вот сюда. Ну, навряд ли я сюда смогу попасть вниз. Но я думаю насчет вот этого хода. Я помню, там тоже была решетка, и что-то нужно было сломать в ней. Так, и тут нужно как-то залезть. Но у меня двойного прыжка нету. Давайте я сохранюсь на всякий случай, да. К бабульке, я не знаю, гоу я зайду. Посмотрю, что у нее вообще есть. Что она может мне еще предложить. Давай станем пленниками чуда, кающийся. Ну, что из этого? Ну блин, ну это на самом деле фигня, потому что типа просто ХП показывают. Вот это? Не знаю, блин. С одной стороны прикольно, с другой стороны нет. А теперь у меня тоже вот вопрос начинается по... Стоит ли мне прокачивать пятый удар? Да? На младенца смог спасти своей жизни. Это нормально. Я, в принципе, сделал то, что мне нужно было. И даже мне не придется идти обратно, если я могу просто нажать на рычаг. То тоже такая вот сейчас. Такой же момент. То есть, у меня, понимаете, все равно здесь проход остается. Но мне кажется, мне нужно что-то либо поставить, либо типа того. Я на самом деле сейчас езжу сюда вниз. Сохранюсь. После я сгоняю вот сюда. Или, короче, наверх пойдем, где вот это мост страстей господних. Либо мы пойдем на сны милосердные. На сны милосердные мы более-менее изучили, как вы видите. То, я думаю, лучше ниже и пойти. Поэтому поехали. Короче, продолжим, когда я приду в замок, туда вниз, в тот проход. А, точно, я же вспомнил, у меня же еще луковица есть, может, им нужна? Да. Будь милостив, кающийся. Благодаря твоему пожертвованию, братство продолжит использовать долг свой. Исполнять. Льняной платок я получил. Льняной платок. Льняной платок. Бесполезная тряпка, которая временами, кажется, слегка вибрирует. Испуская неясный шум. Скорбь иногда останавливает свои знаки на мирских объектах. Не способна явить чудо под покровом своей порчи. Не шарю.
Он бился в лихорадке и едва ли заметил, что кто-то сел рядом с ним. Нежная рука покрыла лоб его белым платком. Мягкая ткань пропускала свет, словно лист бумаги, и впитывала лихорадочный пот. И так облегчилось страдание его, что он не смог не уснуть, когда плакал высох. Сестра милосердия встала и передала его матери настоятельнице, сказав ей: «С этим платком мы сможем получить его признание». Да. Вы знаете, я тут на секунду подумал. А вдруг в каждом, да, вот, допустим, если бы я не прокачивал горячую кровь, то я бы не смог бы попасть туда, куда мне нужно было, в ту комнату. Может, мне все-таки прокачать хотя бы на единицу каждую? Получается, 2000 потрачу. А способность атаковать еще раз, ну, ладно, потом. А хотя, подожди. Завершает комбинацию атака во вращении. Завершает комбинацию ударом вверх. Бля, подождите. Может, он взлетит, и я смогу попасть туда, куда мне надо? Ладно, го, прокачаете. Anyway. Техника выпада, совершая импульс от уклонения, используя еще эффективность, радиус атаки увеличится. Окей. А, то есть мне нужно удерживать и делать это, окей. Ну, блин, это херня. Зря я деньги потратил. Ладно, еще у меня есть вариант, это сходить к нашему источнику с водой. И у нас, кажется, что-то было, да, связано с ним. Нет? О, что-то есть. Ну, чтоб не босс. Это место еще один сон, кающийся. Меня считают святым, достойным поклонения, но единственное, что дал я в этот ответ на молитвы, селитра, что течет по этой пустой земле и поднимается по нашим телам. Кара, чудо, за ложные идолов, это дарование им ложной святости. Не пытайся узнать имя мое, ибо оно так же покрыто солью. Принеси мне то, что нужно благословить, дабы, может быть, и получить конец участвовать моей и дать мне уйти на ту сторону этого ложного сна. Опа, как раз платок. Выдали льняной платок. Узри ледяную тряпицу, что впитывает пот лихорадки, мысли снящихся грехов. Инструмент, что получает тайные и запретные признания, даже он от тех, кто ушел на ту сторону сна. Во имя высшей воли благословляю и реликвию сию. Береги ее, ибо теперь чисто она и священна. А саван прогресс грехов. Используйте реликвии, чтобы изменить свое восприятие мира. Каждая реликвия обладает собственным уникальным эффектом. Вы можете использовать до 3 реликвий одновременно. А. Прикольно. Желтоватая ткань, ставшая очевидцем множества лихорадочных признаний. Она все еще колышется рядом с измученным духами и позволяет слышать тех, кто больше не может говорить. Он бился в лихорадке и едва ли заметил, так это было, да? Так, и что я из этого получаю? Лихорадная тряпка. Да? Кто у нас в лихорадке мучился? У нас изменяется восприятие мира.
Чудо собирает нас одно за другим. Может ли мы избежать судьбы сей, уготовленной нам высшей волей? И чё? Точно восприятие меняется? Подожди. Она все еще. Так. Тиран измученным душам не позволяет слышать тех, кто больше не может говорить. Мы сейчас возвращаемся в самую начальную локацию. Для чего? Потому что там у нас было с вами то, кто не может говорить. Да? Да, полетели. Так, ну короче, я прибежал. Может, мне дальше нужно пробежать сюда где-то? Ну... И чё? Чё-то ничего не происходит. Я ещё вспомнил, что у нас здесь дверь была. Но там нужен ключ, да? Был. Не знаю, пока что ни хера не слышу. Может быть, имеется в виду мертвых, ушедших, это эти были? О призраках? Вот там какая-то статуя. А там что-то есть. Вот, вот мне его нужно услышать, но, как вы видите, мне туда нужно попасть. Здесь какие-то есть корнища. Но я не знаю, что с ними делать. Ладно, значит, сюда еще нужно будет вернуться. А я тогда побежал туда, куда я вам изначально говорил. Ой, я еще, смотрите, могу эти фонари ломать. И они как в Кастельвании, знаете, ломаются и падают. Хотя, хер его знает, наверное, нет. Во, ребят, смотрите, я еще одно тело нашел. Значит, нужно с ними разговаривать. А ну-ка. Отдать останки волос. Отдать. Несчастно откровиться. Много слез было пролито во имя ее благословения. Прискорбно чую, явил на истину святыни или нет. И тысяча молитв не прятала свет. Но в нашем сердце нет сомнений в том, что наказана она была несправедливо. Найди другие останки. Орден благословляет тебя. Так, слезы искупления. И... А где предмет, что мне только что дали? Где то, что мне дали? Не понял. Мне дали слезу откровения. И где она? Может, мне уже не нужна? Ладно. Что это за крохи? Что... что будто бы на... Блять, сейчас, подождите. Что это за крохи, будто бы прячутся под потолком среди алтарных украшений. Когда я зову их, они не думают появляться или обратят на меня хоть какое-то внимание. Они покрыты лентами, которые словно дрожат на невидимом, неощущенном теле. Нескончанным ветру. Иногда я слышу, как они плачут. А иногда как смеются. Что есть вы, существа божественной грации? А я думал, типа это. А мы просто последний... О! Вот! Мы, то есть, мои останки приносим таких людей. Ну вот, да, мы принесли одна, видите, уже есть могила. Ничего себе. О, погнали дальше. Так, окей, я, в принципе, сюда прибежал. Что? Я могу... прыжке тоже использовать? А почему я до этого не мог? Странно, ладно. Тогда мы идем сюда, вниз, да? Там как раз сохранимся и продолжим спускаться. В следующей, наверное, уже серии спускаться продолжим. А сейчас мы... Да, вниз все равно пойдем. Могу еще наверх сюда сходить, посмотреть как раз. Да и все. Я единственное, чего не пойму, это куда делись секретные стены. То есть я точно помню... О, еще тело. Я чувствую, что слабее. Мне суждено сгинуть, меня бросать здесь в эти вынужденные маленькие позы. А, молельные позы. Я больше не слышу остальных. Лишь ржавые клетки раскачиваются на ветру.
Знаете, вот в чем проблема? Проблема в том, что, как вы помните, наверное, в альфа или в это, ну, блин, не помню, что тогда, ну, короче, демо. Там мы с вами, точно поставить этот, усложненную версию. Там мы с вами находили секретные стены, которые типа иллюзорные, да? А здесь же этого почему-то нету, и я не знаю почему. Хотя это все должно было быть. Контр-атаку он сам делает, и я думал изначально, что я должен еще при этом атаковать, но нет. Так, здесь вот у нас есть проход. Но я не... Что? Это было здесь? Чего? Тут же ни хера не было. Вы хотите отдать предмет? Нет. А тогда мы сюда приходили, тут только этот шарик, да, был? Отдать. Вы предлагаете мне спуститься вниз? На себе. Сайта Долороса. Сайта Долороса. Боль плоти воплощена окончательное раскаяние. Полного отрешения от своего я. В непреклонном стремлении к добродетели. Эта печальная и отчаянная песня переполнена сознанием греховности. Тот, кто исполняет ее, будет вознагражден, как каждый удар, нанесенный противнику. Жизненные силы его восстанавливаются. Ау, в смысле, подожди. За каждый удар, нанесенный противнику, жизненные силы его восстанавливают. В чем подвох? Дай мне скорбь, позволь мне... страдать. Ибо с каждой раной моей исцеляется раны твои. Дай мне истечь крови, позволь терпеть боль. Ибо каждый мой порез ласкает твое телу твоему. Ласка телу твоему. Дай мне кричать, позволь мне стонать. Ибо все мои слезы лишь обо мне. А, у меня только на одно использование. А вас не смущает то, что у меня тогда линия была немного побольше? А, не, подождите, она одна и та же. Просто на количество использований, да? Хера, все равно я не использую, да, магию? Стой, это вообще что новое? Это подземка какая-то. А сейчас мы попробуем как раз свой этот. Стойте, метательную херь мы сейчас попробуем. Ага, все-таки работает. В чем подвох? В горах у нас тоже такая вещь была. Радует, что она мне достать не может. Только я не знаю, вот стоит ли мне прыгать вниз. А, так она быстро тратится. Я-то подумал уже. Эх.
Думал, нифига себе, сейчас мне хилить будет. Так, вот здесь мне нужен кровавый будет. Блин, ну вы видите, мне все равно придется возвращаться сюда. Есть иллюзорные все стены. Все. Все, что было в игре, все осталось. Отлично. Ну, мы все равно с вами доберемся, как говорится, до конца. Вот эта фигня на самом деле тогда кровавая. То, что на один раз, и она не так уж много хилит. На боссах мне это вообще не пригодится. Мам, полетели. Хотя я могу туда прийти и уже и закончить. Короче, вернулся я сюда. И у меня сейчас две вещи. Стена подозрительная вот эта. И там видно, да, что есть куда-то проход. Но как-то, блядь, нелепо сделано. Там, понятное дело, что нам туда. Ну, могу я? Не могу я. Окей, так, а что здесь у нас было? Здесь у нас обычная, так сказать, херовина. Окей, тогда стена. Она очень странно выглядит, поэтому я хочу ее ударить. Нет. Увы. Хотя, я говорю, оно нелепо выглядит. Ну что? У меня хп отнимается? За это деньги отнимают? Все, ребят, я понял. Больше пытаемся ее не использовать. Поэтому как так. Я не думал, что у меня деньги за это отнимают. Алло. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.